С 29 мая по 4 июня в нашем округе зафиксировано 13 ДТП, в которых пострадали 4 человека и 24 транспортных средства получили повреждения. Подробности аварии, которая случилась по 20-летию Победы в День защиты детей, нам рассказали в ГИБДД. По предварительной информации, 44-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Гранта», не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства и допустил столкновение с автомобилем «Шкода Рапид» под управлением 56-летнего водителя. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал пассажир автомобиля «Лада Гранта» 1981 года рождения. Госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка. Кроме того, за минувшую неделю дорожные полицейские пресекли 184 нарушения правил дорожного движения. Среди них вождение в нетрезвом виде, обгон, езда без прав и другие. Соликамская госавтоинспекция напоминает о необходимости использования ремней безопасности в автомобиле. Использование штатных ремней безопасности в автомобиле является средством пассивной безопасности, которое предназначено для удержания пассажиров и водителей в автомобиле в случае автоаварии либо резком торможении. Использование штатных ремней безопасности несколько раз снижает тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий и спасает от тяжелейших травм. О нарушителях ПДД можно и нужно сообщать по телефонам, которые вы видите сейчас на своих экранах. Анонимность гарантируется.